Добрый вечер, друзья! Привет, команда! Как нас слышно, видно, поставьте плюсики, смайлики, дайте обратную связь, пишите, как ваше настроение. Ура! Как мы рады вас видеть! Сегодня потрясающий вечер, посвященный вам, вашему успеху и, конечно же, закрытию каталога номер 5. Каталог был такой, знаете, напряженный. Так, что за минусы? Ребят, если будет подвисать звук, напишите, мы уберем видеопоток. Так, у кого зависает, поставьте. Ничего не ставьте. Сначала у себя уберите видеопоток, внизу на камеру нажмите. Потому что хочется записать видео все-таки с видеопотоком, чтобы было, а не просто наша фотография. Давайте отключим видео. Внизу микрофон и камера. У кого заикает, зависает, угу, притормаживает, отключите видео, чтобы вы могли просто слушать. А остальные смотрят. Зависает, видишь? Так, ну что, мы тогда сейчас отключим видеопоток и включим нашу фотографию, окей? Нет, подожди, у двух человек только зависает. А, у двух только? Да, тогда у двух. Отключайте, остальные все молчат. Себя. Да, продолжаем. Итак, друзья, у нас сегодня потрясающий вечер. Вечер посвящен нашему каталогу номер 5. Без видео не виснет. Отлично. Вот Костя правильно все сразу сделал. Молодец. Вечер посвящен подведению итогов каталога номер 5 нашего интернет-проекта «Карьера онлайн». Друзья, сегодня мы будем много вас поздравлять, вас, ваших активных партнеров с новыми достижениями, премиями, уровнями. Поэтому приготовьте свои ладоши, приготовьте смайлики в чате для того, чтобы поддержать активность в чате, поддержать активность на нашем банкете. И начинаем наш банкет, как полагается, по Даже традиции. Даже не представившись, если что. Точно. С вами сегодня Лилия Донскова, старший директор компании Reflame. И старший менеджер Михаил Булавцев. Спасибо. Поехали. Поехали. Заговорились. А еще будут очень много наших директоров и менеджеров, которые сами свои команды. Которые сами представятся, да. Друзья, немного статистики, как мы закрыли каталог номер 5. В скобках маленькими цифрами вы видите результаты предыдущего каталога номер 4. Для сравнения всегда сравниваем. Товарооборот нашего 5-го каталога по России, только по России, составил почти 27,5 тысяч бонусных баллов, что соответствует, если перевести в рубли, 710 тысяч рублей. Если перевести на обычную, примерно привычную для всех ежемесячную систему исчисления, то почти 1 000 000 рублей товарооборот нашего интернет-магазина. Такому товарообороту могут позавидовать многие магазины, которые работают вживую. То есть те магазины, ага, которые у нас на улице находятся. Ребята, и заметьте, что при этом мы с вами, да, делали одну коллективную работу. Один человек никогда не продаст на 1 000 000 рублей. Это сделали все вы, наша мощная команда. Вы молодцы, вам аплодисменты. Круто просто. И продолжаем дальше. И я желаю, мы желаем каждому из вас уже в течение этого года организовать такой товарооборот со своими командами. Мы знаем, что это возможно. Каждому, каждому. Каждому. Итак, двигаемся дальше. Wellness у нас составило, потребление wellness-продукции составило 4071 бонусный балл. Потрясающие результаты, и они очень радуют. Стартеров 246 человек, рекруты, то есть новички, которые совершили свой первый заказ, 42 человека. Квалифицированные рекруты, это новички, которые в течение 21 дня с момента регистрации совершили свой первый заказ суммарно на 100 баллов и больше, 21 таких человек у нас. И реактивировали спящих, малоактивных 21 человека. Молодцы, класс. Но можем лучше. Конечно. И выплачено нам всего, ребят, на всю команду заработали 231 401 рубль 78 копеек. Все до копейки посчитано. Получите, распишитесь. Да, хвалитесь, кто сколько заработал. Бонус по премьер-клубу. Ребят, кто в премьере, ставьте 150. 100-500. Где моя рука? Поднимайте руку. Ребят, нам выплатили 74 тысячи. Другие бонусы 25 почти. И объемная скидка. Это ребята, которые уже начали зарабатывать. Многие из нас уже ИПшники. Получаем зарплату на карточку 132 тысячи.
хвостиком, с таким маленьким. С таким хорошим хвостиком. Да, нормально, ребят, давайте стараться зарабатывать больше. Денег-то много в компании, надо их забирать. И мы переходим к поздравлениям, к нашим новым ступенькам по лестнице успеха. И начинаем с самой маленькой, самой первой ступеньки «Консультант 3%». Снизу вы видите цифры, которые у нас были по результатам предыдущего каталога номер 4. Итак, в каталоге номер 5 у нас по всей команде 184 новых консультанта на уровне 3%. Поздравляем их! Вы знаете, это хорошая такая закладочка. Если человек вышел на 3%, значит, у него силёнки есть ножки передвигать по ступенькам, и он очень вероятно в этом каталоге может покорить ступеньку 6%, а в пятом каталоге ее покорили 49 человек. И как говорится, аппетит приходит во время еды. В каталоге номер 5 менеджеров 9% у нас не было, зато у нас в каталоге номер 5 менеджеров 12%. Впервые вышли на этот уровень. Круто! Да, впервые такие результаты. Поздравляем! Супер! И у нас есть участники программы «Турборост», которые получают дополнительные денежки помимо зарплаты. Рано, надо было интригу сохранить. Интригу? Ну ладно, все. Проехали. И мы с удовольствием вас поздравляем, ребят, потому что зарплата хорошо, а когда еще и премия, это еще лучше. И у нас Дарья Самохина получает дополнительно 1500 рублей. Даша. Поздравляем. Браво! Так держать. Первая ступенька по лестнице премии программы «Турборост» взята. Двигайтесь дальше и получайте оставшиеся 30 000 рублей. Следующая у нас получатель премии «Турборост» Крылова Екатерина. Катя буквально вчера выступала у нас впервые, дебютировала на сцене. Отлично. И сегодня выступала. Мы ее поздравляем уже с получением премии в 1500 рублей. Крутышка. Поздравляем. И мы поздравляем Талееву Веронику. Молодчина, тоже 1500. Ребят, это все, Миш, по турбо? Все. Ребят, я вам желаю, вот вы встали на эту вот лестницу получателей турбо-роста, ведь не все могут ее получать, эту премию, только те, кто успел в четвертом каталоге выйти впервые на 9% или уже был на каком-то уровне. Вот начали получать премию, ребят, получайте каждый каталог. Просто делайте новый результат. Каждый каталог, да, и будете получать эти премии с удовольствием. Вообще просто потрясающе. Каждый раз они будут увеличиваться. Да, Даша, Катя, Вероника. А, кстати, Катя и Вероника обе из команды Ольги Мальцевой и Марии Склиренко. Поздравляем. Вот так вот, молодцы. И переходим к самому интересному, к самому прибыльному и... Это начало зарплаты. Войти да, в премьер-клуб. Итак, по итогам каталога номер 5 у нас имеется по всей команде 85 активных партнеров, умнички, которые квалифицировались в премьер-клуб с личными заказами от 150 баллов и выше. И суммарно 85 человек у нас совершили заказ на 16 175 бонусных баллов, что практически без малого 60% от общего товарооборота. То есть представьте, 85 человек, какая мощь. И вот круто. Вы спрашиваете, сколько человек мне нужно в команде, чтобы стать директором. Вот с данными 85 человеками вы сразу становитесь золотым директором. Да. Понятно? Вот таких вот активных людей, как вы сами, необходимо приглашать в команду. И кто же у нас лидирует в этом каталоге в топ-10 по личным заказам? Всего 10 человек сделали суммарно заказов на 4716 баллов. Ребята, вы можете представить? Кто у нас лидер? Угадайте, кто лидер? Угадайте. Да, давайте, кто угадает, тот получит конфетку. Или котлетку, что вы больше любите. Или пакетик с витаминами Wellness Pack. Да, или пакетик чая, или букет роз. Все, автомобиль. Листаем. Ну что, угадали?
Да, вы правы, абсолютно. Это наша бизнес-леди Склиренко Она, наверное, каталогов 5 по пятам шла за нами. Из каталогов в каталог Вообще. буквально чуть-чуть Маше не хватало. И вот настал ее Прям час. Да, она потрясающе. перегнала наш результат, наш семейный результат. Прям. И наши поздравления, Маша, молодец. Мы Маш. желаем тебе, чтобы теперь мы за тобой все эти 5, 10, 15 каталогов следующие гнались за тобой и не могли догнать, чтобы твои личные результаты были примером для всей команды. Ребят, вы знаете, я в чате видела вызов такой, написала Юля Соломатина, она сейчас третье место занимает. Она сказала, моя цель 1000 личных баллов. Поэтому, Маша, ты знаешь, надо поднимать планку. Молодежь наступает на пятки просто. Итак, давайте, ладно, Ой, давайте вернемся. давайте озвучим, да, Да, такие героев результаты нужно нужно знать в озвучить. лицо. Склиренко Мария с результатом Не называйте 875 прям, баллов. все видят. Донского Лилия и Булавцев Михаил на втором месте. Третье место Соломатина Юля. Четвертое Абальмасова Оля. Пятое Петропавлова Василиса. А Василиса отличилась, по-моему, у нее один wellness в заказе. Вот просто один wellness, ребят, это круто просто. Сидорчук Светлана, Безумова Сергей, Виктория, Самохина Дария, Воробьева Сергей и Ольга, и Лукьянова Светлана. Поздравляем! Поздравляю! Листай Круто! дальше. Да, И Свет как раз Сидорчук, ура! переходим плавно к продукции Wellness, о которой мы сейчас говорили. Ой, 10 ой, 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 человек. ой, Лиль, торопишься, я у тебя сейчас мышь заберу. 10 человек, самых активных потребителей продукции Wellness, которые не только сами, всей семьей, всеми своими близкими, друзьями, родственниками потребляют wellness-продукцию, становятся красивее не только снаружи, но и изнутри. Красивее, здоровее, бодрее. И еще куча всяких прилагательных. Итак, 10 человек у нас суммарно совершили заказ wellness-продукции на 1500 бонусных баллов. И давайте посмотрим, кто у нас лидирует в данном списке. И, конечно же, как мы сейчас подметили, абсолютный лидер с большим перевесом, опережением у нас Петропавлова Василиса с результатом 249 бонусных баллов только продукции Wellness. На втором месте у нас Сидорчук Светлана, третий Васин Владимир, четвертое Карабахцян Айкуя, пятое Соломатина Юлия. Ого! Теперь я. Хорошо. Склиренко Мария, Повесьма Игорь, Лукоянова Елена, Лукьянова Светлана и Никанорова Наталья. Вы просто крутышки, молодцы. Мы гордимся вами, то, что вы эту тему wellness прониклись в нее и продвигаете, во-первых, в своей семье и в массах народа. Друзья, и теперь такая очень приятная, потрясающая новость, которая будет у нас еще до сентября включительно, Еще три каталога. потом еще будем вспоминать еще 33 каталога. Год. Да, такую потрясающую конференцию, менеджерскую конференцию в Сочи, на которую, конечно же, у нас есть уже квалифицировавшиеся партнеры и партнеры, которые у нас еще имеют возможность квалифицироваться. И благодаря компании Reflame, тому второму шансу, который она нам дает, у вас, у каждого имеется такая возможность поехать в Сочи в сентябре уже этого года на первую вашу менеджерскую конференцию. Для кого-то она уже будет второй. И по итогам каталога номер 5 у нас успешно проходят квалификацию, то есть потенциальными участниками являются 120 человек из всей команды. Поздравляем их! Буквально сегодня вечером я вывешу списки пофамильно, вы сможете посмотреть, найти свои фамилии, своих партнеров. Цифры дальше. 36 человек из этих 120 выполнили или уже перевыполнили свой план по квалифицированным рекрутам. А ведь буквально только половина дороги пройдена, то есть у этих 36 человек имеется возможность как минимум удвоить результаты. И 15 человек уже достигли требуемого уровня по лестнице успеха. Круто. Поздравляем! Круто. Ребята, да, аплодисменты не замолкают. Я сейчас представлю свою пятую веточку. Это моя новорастущая команда. Закладку делаем на бриллианты. Личный заказ. Ой, команда Гамоли Татьяна. Танюшка у нас здесь.
Надеюсь, она здесь. Не вижу в чате. Будет записи смотреть. Личный заказ 157 баллов, групповой 783. И кто отличился в команде? Да, почти девяточка. Сазонова Ольга, 17 баллов. Кирсанова Анастасия, 5. Это новички, которые стали рекрутами. Далее. Второй шаг стартовой программы прошли Амалия Шрай и Мираевская Светлана. Поздравляем. Поздравляем, молодцы. И третий шаг стартовой программы прошла Уланова Лариса. Это еще не все. Это еще не все? Не все. Вау! И четвертый шаг стартовой программы прошли два человека. Это Щедрин Александр, вообще потрясающий парень. Они вместе с женой работают. Да, ребята начали строить семейный бизнес потихоньку. И Мартаян Майкл. А теперь обратите внимание. Два мужчины. Да, два мужчины. Четвертый шаг, самый такой ответственный, важный. И вы видите двух мужчин. Круто. То есть мужчины лучше разбираются в цифрах, в маркетинг-плане. И они поняли, что к чему здесь. Поэтому они теперь идут до конца, получая все. Молодцы. И представляю вам свою шестую веточку. Вы знаете, меня часто спрашивают ребята, вот с кем мы разговариваем, что есть проблема такая, трудности найти лидеров, найти партнеров, единомышленников. Вы знаете, я еще раз хочу вам сказать, что вот мышление правильное, оно выведет вас туда, куда нужно. И лидеры придут сами, незнамо откуда, они просто свалятся на вашу голову. И у меня такая история произошла в конце прошлого года. Вдруг на почте, на электронку пришло письмо, что у меня в первом уровне зарегистрировалась девушка Абрамова Юлия. Я к себе в первый уровень, ребят, никого не регистрирую. Да, я всех людей отдаю вам в глубину, помогаю веточкам расти. Перебью. То есть просто сверху лидер падает и сразу в первый уровень. Ну, подожди, Лиля, ты не перебивай. Лиля, получи шестую ветку. Нет, подожди. Вот, пришла Абрамова Юлия. Я звоню девушке, знакомлюсь, говорю, здравствуйте, вот мне пришло извещение, что вы зарегистрировались. А вы откуда? Как на меня вышли? Она мне говорит, я никак на вас не вышла. Я просто зашла на сайт, захотела оформить дисконт. Я люблю косметику Oriflame, хочу экономить. И мне там сайт предоставил 3 номера. Я выбрала просто ваш, он мне понравился. Ребят, у меня номер блатной. 3 шестерки, 2 единицы. Расскажи всем секрету, сколько заплатила за такой номер. Нисколько. Я в свой день рождения регистрировалась. Ну да, дорого заплатила, конечно. Вот, вы знаете, ребят, я с ней пообщалась, она говорит, я ничего не хочу, только пользоваться продуктом. Но мы стали общаться в соцсети, ВКонтакте, я иногда пишу, скидываю сюда ролики с новинками. И знаете, что интересно, она очень позитивная девушка и спрашивает меня недавно, пишет, Лиля, у меня хочет подруга зарегистрироваться, но я работать не буду, я не хочу, мне ее куда, тебе отдать, что мне с ней делать? Я говорю, Юль, ты запиши ее под себя. Ты, может быть, сегодня не хочешь работать, а через полгода захочешь, а под тобой же вырастет команда. Ребята, и вот встречаете, эта девушка, которая сама захотела работать, это Белова Юля, вот эта очаровательная, просто вот, я не знаю, похожа на Снегурочку, такое милое создание, которое очень любит кошек, и ей очень понравился бизнес Oriflame. Юль, я желаю тебе мощного карьерного роста. Вместе мы со всем справимся. Уже начали формировать команду. Вот вы видите, за первый каталог у нас пока 90 баллов. Активационный заказ. И появилось 2 активных новичка в команде. Это Мельникова Сашенька, 66 баллов личный заказ. И 5 июля просто активационный заказ, чтобы не прогореть. Да, как бы пробничек такой маленький. И данный пробничек дает уже Юле 2 года активной работы вместе с компанией Oriflame. Все верно. Вот, ребят, немножечко вам представил новые команды. А сейчас мы передаем микрофон. Да? Ну, давайте по старшинству. Это наш директор Ольга Мальцева, город Базарный Карабулак, мама 3 деток. Саратовская область. Саратовская область, да. Оля, она вот просто бомба. Не вижу только слайды. Какие, Миш? Сейчас. И хочу еще поздравить Олю. Оля выполнила квалификацию и в пятницу она едет в Воронеж, в город, филиал нашего региона, на завтрак с руководством компании Oriflame. Поздравляем Олю еще и с этой номинацией. Итак, ну, наверное, вот это.
А твоя где? А, нижняя. Все, моя значит, подписана. вычисляем по логике. Да, все Все верно, верно. Миша, ты прямо телепат, телемат. Олечка, бери Высшая работа. микрофон, рассказывай про свою шикарную команду. А мы откланиваемся ненадолго. Меня слышно? Прибавлю звук. Поставьте, пожалуйста, на ОДА 10. И давайте листать слайды. Поздравляю всех с успешным закрытием 5-го каталога, также с открытием нового каталога. Надеюсь, что все уже планы себе составили. А кто у нас слайды листает? И в нашей команде менеджеров и ключиков, да, стало больше. Я поздравляю людей, которые с нами стали единомышленниками, которые хотят с нами двигаться на одной скорости. Это ключевые партнеры Люция Плотникова, Екатерина Крылова, Людмила Викулина. Вот. И украинский менеджер нашей веточки Ольга Егоренко, 12%, Аня Говоруха, Мария Склиренко. Это самый такой вот главный сейчас на сегодняшний мой партнер, потому что планы у нас просто амбициозные. Виктория Белая – это веточка Ани Говоруха, Виктория Безумова – веточка Мария Склиренко и Наталья Алешина – моя землячка. Следующий слайд. И та-да-да-да. Сейчас у нас салют, да, должен быть в честь потрясающей девушки Людмилы Викулиной, которая вышла на новый уровень менеджер 12%. Скажу честно, она просто вот недавно появилась в нашей команде. В принципе, Люда давно, мы с ней уже давно познакомились, но вот приняла решение она работать только второй каталог. Мы провели с ней собеседование, и вот, пожалуйста, результат. Личный заказ 288 баллов, из них 130, по-моему, баллов был набор серии Novage. 8 стартов за каталог, третий раз подряд в премьер-клубе. Это означает, что премьер скидка 50% пока небольшие, но уже реальные денежки. Давайте следующий слайд, потому что у нас 21.00 школа, я понимаю, что надо быстрее. И опять аплодисменты, просто буря, шквал. Это Екатерина Крылова, спонсор Наталья Алешина. Я также хочу вот прямо чисто от чистого сердца поздравить спонсора Кати Крыловой, Наталью Алешину с таким достижением. Шахстовая программа подтвердила уровень 9%. Вот, а мы все просто переживали за эту квалификацию, чтобы она была. Вот, и желаем дальнейшего очень большого и быстрого роста в проекте, чтобы быстро все было. Потому что маркетинг-план компании платит за такой быстрый рост. Давайте следующий слайд. Молодец. А Вероника Талеева тоже подтвердила квалификацию, получает премию по турборосту, так же, как и Катя, 1500, подтвердила первый менеджерский уровень 9%, личный заказ, как всегда, 150 баллов, и второй раз подряд в премьер-клубе. Денежки посчитали, да? Давайте следующий слайд. Также у нас вышли на уровень 12%. Это Тупакова Екатерина, Романова Татьяна и Кушникова Екатерина. Татерентьева, спонсор Мария Склиренко, вышла тоже в первый раз на уровень 12%, 2335 групповых баллов. И Анжелика Димурина, спонсор Наталья Алешина, уровень 9%. Аплодисменты, поздравляю. И я слышала, что Анжелика Димурина сегодня приняла решение продвигаться в проекте «Карьера онлайн». Молодцы. Следующий слайд. Потрясающие девчонки выглядят. Молодцы. Полевщикова Ольга, спонсор, также Наталья Алеша, наша звезда, прошла первый шаг стартовой программы.
и вышла на уровень 6%. А Малахова Катюша тоже лично уже знакома, потому что проводила собеседование с этой девушкой. Молодец, первый шаг стартовой программы, уровень 6%, 3 стартера за каталог и диплом в бизнес-школе. Николенко Екатерина, спонсор Екатерина Крылова, личный заказ 21 балл, 3%, 382 групповых балла. Аплодисменты. Булычева Аня, спонсор Наталья Алешина, 3% уровень. Ильина Марина, уровень 3%. И Конькова Ксения, наш новый менеджер 9%, спонсора Екатерина Крылова. Цветкова Аня, спонсор Наталья Алешина, вышла на 3% с личным заказом 102 балла. И прошла первый шаг стартовой программы. Также Попова Ольга и Теплякова Анастасия. Примерно одинаковые баллы, 3% уровень. Молодцы. Включайтесь, девчонки, в работу и в быстрый старт. Сыгина Екатерина, спонсор Екатерина Крылова. Экснер Ирина, спонсор Наталья Алешина. И Денисов Иван, спонсор Мария Крылова. Все прошли первый шаг стартовой программы и вышли все на 3%. Молодцы. Вот так вот все это легко и просто. Первая ступенька, да, ножки появились и побежали дальше. Елена Карханен, Людмила Викулина, личный заказ 26 баллов, это рекрут, и новый 3% уровень. Татьяна Фатеева и, верните слайд, Александра Евсюкова, спонсор Людмила Викулина, 3% у всех. А следующий слайд можно уже листать. Вероника Абрамова, спонсора Людмила Викулина, 3%. Терешкина Анастасия. Знаете, про некоторых я знаю в команде больше, потому что лично знакома. Да? Анастасия Терешкина, мама, той каталог. И то есть означает, что человек намеренно хочет развиваться в проекте. А Людмила Викулина пригласила Анастасию по теплому рынку. Это значит знакомые. И Иванова Елизавета, спонсор Денис Иван. Прошли все первый шаг стартовой программы. Аплодисменты и удачи вам, девочки. Также новые прошли Кощеева Ирина, Иванова Светлана, Сазонова Юлия, Дудко Анна, Калюшная Наталья, подчиненного Мария, Жиганова Ирина, Перова Виктория, Штейнбах Анна, Карпов Анна Кристина, Шепелева Анастасия, не дают мне прочитать. Вот, я думаю, кто-то быстрее меня уже прочитал. Спасибо. Новое достижение есть в проекте. Это Алена Хронцева, которая прошла второй шаг стартовой программы. Елизавета Тайберей, спонсор «Семья Безумовых», 5 каталогов подряд в премьер-клубе. И Самохина Татьяна, спонсор «Семья Воробьевых». И приятно видеть этот слайд, это ключевые партнеры наши. Мария Склиренко, 18% подтверждает снова к один раз в премьер-клубе. И 1578 рублей – это скидка по премьер-клубу, а 8839 – это скидка за развитие персональной группы, и общая скидка составляет 10 417 рублей. А также я поздравляю Машу Склиренко с оформлением ИП, индивидуального предпринимательства. Виктория Безумова, менеджер 12%,
личный заказ 155, получил диплом бизнес-школы. И Илья Алешина, менеджер 9%, личный заказ 184 балла, которая проживает в деревне, где 6 домов, по-моему, не больше, стартеров за каталог 13, вот, и скидка по премьер-клубу и за развитие персональной группы. Молодец. И что очень радует, очень много появилось ключиков у Наташи. Следующий слайд. Есть еще команда, вторая веточка. Мы тоже хотим всех поздравить. Продолжаем поздравлять команду Склеренко. Это Сергей Безун, Светлана Талеева и Мария Ган. Следующий слайд, пожалуйста. Звука нет. Что такое? Следующий слайд, пожалуйста. Консультанты шли, надеюсь, видели себя. Можно побыстрее листать? У меня не ставят. Так, Оля, тебя вообще почти не слышно. Мы решили забрать у тебя слайды и в динамике завершить. Конечно, я знаю, как приятно поздравлять своих партнеров, но надеюсь, никто не обидится, время поджимает. Поздравляем Стихееву Кристину. Третий шаг в родинстарте программы. Виктория Белая, менеджер 9%. Аня Говоруха, 14 раз в премьер-клубе, 2000 баллов заказ. И вы видите, какая скидка приятная. Люция Плотникова. Нас не слышно? Ну-ка, поставьте плюсики. Слышно? Точно? А то минусы пошли, я же испугалась. Отлично. Люция Плотникова, 7 стартеров за каталог, вышла на 6% и тоже заработала, да, небольшую приятную такую же премию, чтобы компенсировать свои расходы на заказах. Лидер Украины Ольга Егоренко, менеджер 12%, в бизнес-классе. Марина Чумаченко прошла 4-й шаг стартовой программы, умничка. Ну и сама Оля и Наталья Арнаут в бизнес-классе. Это значит хорошие высокие заказы. Анастасия Шарова прошла 2-й шаг и вошла в премьер-клуб. И сразу на 6% вышла. Вау, круто! Групповые 460 баллов. Молодец! Пришла, увидела, победила. Любовь Васильева прошла 4-й шаг стартовой программы и вышла на уровень 6%, 662 балла. Первый шаг прошла Дарья Ковкина. С личным заказом 100 баллов и сразу вышла на уровень 3%. Умнички! Приятно поздравлять! Ух ты, какой красавчик! Андрей Разоренов вышел на 3%. Миша! Групповые баллы 206. Юлия Князева прошла первый шаг стартовой программы. Отличный результат! Слушайте, вообще Украина рулит. С нуля и сразу на 6. Знаете, как из вешек сразу в дамки и в короли. Мукашева Диана, Пивнева Жанна, Водкина Екатерина, Федорова Татьяна. Такие фамилии прям классные, боевые. Супер, молодцы. И вы видите список, как много людей вышли на уровень 6%. Молодцы. Мы вами гордимся. Да, я так чувствую, что этим людям надо чуть-чуть поднажать и включиться в работу, и тогда у них точно будет все супер результативно. Передаем микрофон команде Олесе Бахмутовой. Тебе, да? Ну все, Олеся уже передала.
А следующий тогда Михаил Булавцев. Или, Миш, давай ты будешь завершающим. Ой, не вижу. А где, кто у нас выступает от вашей команды? Свет Гагарина, ты? Олесю не вижу. Вызовитесь, кто будет озвучивать слайды. Отдаю по старшинству Гагариной Светлане. Алло, слышно меня? Есть звук? Это не день! Всем добрый вечер! У меня, правда, тут битва идет страшная. Я прошу прощения за шум. Итак, я представлю команду Олеси Бахмутовой. Значит, Лиля, давай быстренько листай, я буду говорить. Значит, у нас такое количество участников премьер-клуба. Это 18 партнеров с таким количеством личных заказов балловых. Лиля, дальше листай. Поздравляем, прошли второй шаг стартовой программы. Бунакова Евгения и Гилева Вера получают набор. Вот такой шикарный, классный набор. Дальше это команда Алены Повой. Девочки. Листаем дальше, Лили. А дальше слайд. Поздравляем также Исаку Викторию. Команда Алены Попова прошла четвертый шаг стартовой программы. Вышла на новый уровень 3%. Получила основную скидку. И основную скидку и скидку по премьер-клубу. Молодец. Вика. Также я представлю вам мою личную команду. Это мои активные партнеры. Листаем дальше. Девочки мощные. По результатам пятого каталога 3 человека у нас идут дальше по пути к Сочи. Мы выполнили очередной шаг квалификации. Я, Катюша Осоцкого и Надежда Маскевич. И Олеся с нами вместе. Поздравляем нашего активного мужчину. Он в паре со своей женой. Работает Буков Дмитрий. Личный заказ 165 баллов. Это команда Галины Брюхановой. Прошел третий шаг стартовой программы. Получил скидку по премьер-клубу, основную скидку. И у него будет обязательно наборчик. Его жена будет пользоваться и будет красивее, чем обычно. Поздравляем таких наших красавиц. Прошли четвертый шаг стартовой программы. Это Софья Шевцова и Нагаева Надежда. Софья у нас с Надюшкой вместе из команды Катюши Осовского. Очень хорошие девочки, молодцы, активные. Получат по наборчику шикарному. Это у нас активная команда нашего суперрекрутера, нашей Елены Очкерезвинской. У нее появилось тоже несколько активных партнеров, которые очень много и обучаются, и у них есть свои личные достижения и личные хорошие балловые заказы. Дальше, Лиль. Поздравляем с новым уровнем, 6%, значит, личный заказ, 150 баллов, а также Людочка наша, Людмила Петрова, прошла четвертый шаг стартовой программы. Люда вообще умница, она очень активный партнер, и обучение прошла, и делает хороший личный товарооборот, вышла на новый уровень, у нее будет набор за четвертый шаг. Людмила прошла все шаги и молодец, получила все шикарные подарки. Вошла в премьер-клуб, получает доход от компании за личный товарооборот и за товарооборот личной команды. Дальше. Поздравляем с новым уровнем 3% Олейникову Наташеньку и Щелчкова Александра. Также прошли четвертый шаг стартовой программы и получают наборы. Молодцы, ребята. И наша королева, наша Олечка Костюченкова, это наш активный новичок, это девочка-красавица, она спортсменка, вообще наша гордость. Вышла на новый уровень, 3%, вошла в премьер-клуб, у нее скидка за личный балловый заказ, плюс скидка по премьер-клубу. И за товарооборот получается своей команды, у нее двойная получается, с двух частей будет уже начисление, вернее уже есть.
А вот это наша гордость, вот четверо наших активных новичков из команды Леночки Резвинской, это Максим Чечеткин, Анюта Гладкая, значит, Олечка Костюченкова и Наталья Олейникова прошли курс бизнес-школы нашей, получили такие дипломы. Ребята молодцы, все поняли, начали активно работать, все осознали и очень классно стартанули. Молодцы, идите вперед. Выращивайте свои личные директорские команды. Всем желаю успехов, всем всего наилучшего, растем дальше и едем в Сочи. Ура! Добрый день, как слышно меня? Поставьте плюсики. Отлично. Сегодня я представлю нашу команду моего любимого спонсора Анюты Салимовой. У нас просто огромная команда из таких вот прекрасных людей, которые находятся абсолютно в различных городах, мы все друг друга поддерживаем постоянно и приободряем. И первое, с чего мы начнем, это участники премьер-клуба. У нас 16 участников премьер-клуба, и хочется выделить особенно трех человек, которые набрали вот такие огромные заказы. Это Мамченкова Анастасия, 190, Исаева Оксана, 202 балла. Сатор Ваня, 192 балла. Вообще просто, девчонки, молодец. Мало того, что в премьер-клубе, да еще и королевы продаж. Я не читаю. Ну ладно, все поняла. И теперь я представлю нашу с Наташей Григорьевой команду. У нас очень-очень много красивых тоже девчонок, которые постоянно работают. Отлично. И также у нас тут еще в команде есть два прекрасных парня. Я просто быстренько лишь буду говорить, так что слайды листай тогда. Третий шаг стартовой программы у нас прошла Борисова Тамара. 202 балла. Давайте похлопаем ей, поставим восклицательные знаки, смайлики, молодец, вообще просто гордимся тобой. Четвертый шаг стартовой программы, и также это королева продаж, наша просто мега-классная девушка, это Садрова Анна. Поздравляем ее просто, молодец, молодец, аплодисменты в студию. У нас сегодня праздник. Также выделяем нашу королеву продаж, это Мамченкова Анастасия, про которую мы, наверное, будем сегодня весь вечер тоже говорить. Тоже безумно, безумно красивая девушка, которая постоянно работает, делает огромные заказы. Вот. Команда Екатерины Мечелады и Анны Мутасовой. Я тоже тогда за Катюшу озвучу. Катюша менеджер 9%, у нее тоже великолепная команда, мы тоже со всеми общаемся, поддерживаем друг друга. Катюша у нас недавно родила прекрасную девочку, и поэтому она немножко вот сейчас это, не может слайды озвучить. Давай переключай на следующий слайд. Просто можно бесконечно про всю команду говорить. У Катюши королева продаж, это Исаева Оксана. Набрала просто 202 балла, молодец, умничка, прошла также третий шаг стартовой программы. Скидка по премьер-клубу, читать не буду тогда, 585. Умничка, молодец, просто мы гордимся тобой, так держать. Артема Ивановна прошла четвертый шаг стартовой программы, уже 4 каталога в премьер-клубе, набрала 168 баллов. Молодец, Анютка, супер. Наша команда лучшая, команда Лили просто вот безумно, мы так рады, что она объединила нас тоже всех таких разных, и хочется Анюту Салиму поблагодарить. Всем большое спасибо. Как нас слышно сейчас? Поставьте плюсики. Ну, нас должно же быть слышно. Ура! Отлично. Итак, друзья, настала моя очередь. Я завершаю онлайн-банкет сегодня с поздравлениями. Буквально 5 минут дайте мне, я быстро всех поздравлю. Поехали.
Итак, результаты нашей команды по итогам пятого каталога 7711 баллов. И хочу в первую очередь поздравить наших активных новичков, которые пришли к нам в проект и сразу совершили свой первый активационный заказ. Кто видит себя, поставьте смайлики в чате, а мы двигаемся дальше. Смайлики, плюсики, поздравления. Молодцы. Поздравляем вас. И наши награды, наши достижения в каталоге номер 5, новая ступенька «Консультант 3%» и всего 8 человек на данной ступеньке у нас. И хочу отдельно выделить одного самого активного партнера, Лили, я знаю. Алиеву Зарину. Ура! Вышла Зарина у нас на новый уровень, на свой первый уровень «Консультант 3%» с личным заказом 167 бонусных баллов. И прошла первый шаг стартовой программы. Поздравляем еще раз. Переходим к нашим активным партнерам, участвующим в премьер-клубе. Здесь у нас 25 человек суммарно совершили заказ на 5156 бонусных баллов. Больше половины от всей команды. Круто. И тут мы перечисляем от наименьшего, от 150 и дальше всех наших 25 суперактивных партнеров. Да, и замыкает у нас наш список Соломатина Юлия с результатом 488 баллов. Юля по команде заняла первое место. Молодец, Юля. И переходим к нашим активным партнерам, активным новичкам, которые успешно проходят шаги стартовой программы. И первый шаг у нас прошли 6 человек. Самохина Елена, да-да, это не однофамильца нашей Самохиной Дарья, это ее мама. Круто. Круто. Круто, когда поддерживают наших партнеров, родственники, близкие друзья. Хорошо. Агеева Ольга, Варгина Наталья. Наталью вы также вчера могли услышать на дебюте, на семинаре. Константин Хамицкий. Это сын, кстати, Натальи Варгиной. И ребята, буквально за 5 минут до начала онлайн-банкета Костя прошел уже второй шаг стартовой программы. Потрясающие результаты. Молодец, Костя. Чибрикова Татьяна и Васильева Татьяна. У нас 6 человек прошли первый шаг. Второй шаг прошли 4 человека из 10. И давайте посмотрим на них. Возможно? Да. О, Карбахтян Айкуи, Сергеева Светлана и Шаповалова Марина, Алиева Зарина. Поздравляем их с такими результатами. Третий шаг у нас прошли 3 человека из 5. Это Ежова Мария, Малахова Любовь, Абальмасов Антон. И про Машу могу сказать тоже, про Ежову Машу. Верни назад, пожалуйста, слайд. Маша с нами 4-й каталог. Вот идет у нас 5-й каталог, это 4-й для Маши. И в первый же день каталога Маша в очередной раз совершила свой заказ. Уже прошла 4-й шаг стартовой программы. И все 4 шага она у нас была в премьер-клубе. Поздравляем Машу. Молодчина. Дополнительно с участием Маша, в премьер-клубе. Маша, огонек у нас. Зажигалка в чатах вообще. И заключительный 4-й шаг стартовой программы у нас прошли 7 человек из 8. Да, практически 100%. Потому что подарок-то какой крутой. Да, и это Ярулина Резида, Иванютина Анна, Абальмасова Лариса, Мещерякова Алина, Мещерякова Мария. Сестренки. Родные. Родные сестренки. Пушина Ирина и Манойлова Олеся. Поздравляем наших активных партнеров. И, конечно же, второй шанс для конференции в Сочи, для квалификации, я уже заговариваюсь, на менеджерскую конференцию в Сочи, по нашей команде имеется 47 человек, которые успешно проходят квалификацию. На текущий момент они являются потенциальными участниками. Ох, как будет круто, а да, если все пройдут. И им уже нужно в этом каталоге, в каталоге номер 6, сделать такой хороший рывок для того, чтобы выйти на требуемый уровень и показать отрыв. Друзья, по нашей команде все. Спасибо большое за ту работу, которую проделали. Мы с каталога в каталог наращиваем темпы. Успели. И заключительное слово передаю Лиле по всей команде. Микрофон переходит ко мне. Ребят, спасибо вам за огромную вообще работу. Это не просто... Знаете, это не просто бизнес, это действительно очень интересная творческая работа, где вы выкладываетесь на 100%, потому что по-другому здесь нельзя.
Мне очень радостно с вами работать. Вы знаете, вот такой драйв и кайф я просто переживаю каждый день благодаря вам. Мне вот никто из вас спокойно жить не дает, и это слава Богу. Потому что моя бабуля любимая говорила всегда: движение – это жизнь. И вот хочу поблагодарить одного человека, выделить сегодня, который мне просто вот, ну, дал мне хороший урок в жизни. Это наш молодой активист Константин Хамицкий. Правильно называю? Все правильно. Константин Хамицкий. Костя мне заявил: научи меня раздавать каталоги. Ребят, мы сегодня с ним 2 часа ходили по магазинам, раздавали каталоги. Вообще катастрофа. Столько позитива, столько интересного. Надеюсь, Костя, тебе этот урок принесет, как бы, знаете, такую путевку в будущее. Ребят, никто не бойтесь этого. Идите, общайтесь с людьми. Это весело, интересно. Миша перебивает меня вот такими движениями. И после этих 2 часов раздачи каталогов Костя еще пошел сразу же на семинар Академии красоты, который шел 3 часа. Ребят, да, у нас такой насыщенный день. И по приезду сразу через 10 минут, я не знаю, когда он успел, мы не успели домой прийти, он уже 2-й шаг прошел стартовой программы. Ребят, вы знаете, просто помните, что вы делаете все, вот все действия, рекрутинг, вот все, что вы делаете, раздача каталогов, или вы разговариваете со своими близкими о проекте, об Орифлейм. Ребят, помните, что вы это делаете для того, чтобы через какое-то время, может быть, да, у каждого разный срок будет, у кого-то маленький, у кого-то побольше, но если вы будете это делать каждый день, то через какое-то время вы скажете себе огромные слова благодарности за то, что вы не побоялись чужого мнения, общественного мнения, за то, что вы не остановились перед неудачами. Костя может вам рассказать, сколько раз нам сегодня отказали. Не так много, но отказы были. Некоторые были категоричные, но мы-то отказов не боимся. Мы знаем, что очень они много... Они нас учат. Да, они очень много дверей...